Сохранить здоровые сосуды и крепкие нервы – такая задача стоит перед медиками уже несколько веков. На помощь приходят современные технологии, в том числе созданные и в нашем городе. В лаборатории Института химии растворов ученые разрабатывают систему регуляции концентрации монооксида азота в крови человека. В частности, наличие монооксида азота необходимо для нормального функционирования нервной системы человека. Способствует разглаживанию мускулатуры кровеносных сосудов, то есть для снятия спазмов, допустим. На этой установке изучают такие соединения, как порфирины. На их свойствах основана работа многих медицинских тестов, анализирующих компоненты крови. Ряд жизненных показателей, которые стоит отслеживать, можно мониторить и в домашних условиях. Если мы рассматриваем, например, гликометры, там определяется уровень сахара, есть какие-то такие определенные цветные реакции. В данном случае мы можем внести рецепторы на определение хлора, брома, йода в растворах, в органических растворах. Это очень важно. Изучают здесь и химические сенсоры, которые потенциально могут решить проблему глобального загрязнения окружающей среды. Вся электроника, она завязана все равно на том, что очень много идет отходов промышленных. И в этих промышленных отходах очень много тяжелых металлов, катионов тяжелых металлов. И вот наш способ, вот один из наших способов, одни из наших исследований, могут безошибочно находить катионы тяжелых металлов в органических растворах. Пока все научные изыскания еще на лабораторном уровне. И пусть до конечного продукта еще далеко, ивановские исследователи закладывают базис для будущих технических решений. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.